Кстати, следующая песня про Мишель. Называется «Моя Мишель». Мы радуемся трофеям, украденным стаканом из клуба, и поливаем диджея. На чем стоит свет, на чем стоит свет. По этим темным аллеям мне заговаривай зубы. Аллеям зубы. Никто так не умеет сказать мне привет, привет. Привет, привет. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. С тобой. Просто хорошо быть рядом. Хорошо. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. С тобой. Просто хорошо быть рядом. Рядом. Это Бьорк. Мне очень хорошо быть. Это Йо Джога. Да. Слушай. And you push me out to. С тобой. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Этот лысый водитель больше похож на бандюгу. Бандюгу. И мы нарезаем по кругу, не в силах расстаться. Расстаться. По этим темным аллеям мне заговаривай зубы. Зубы. Никто так не умеет, как ты. Как ты. Как ты. Никто так не умеет, как ты. Как ты. Как ты. Как ты. Никто так не умеет. Как ты. Не умеет, умеет. Сильно за полночь на двоих, и асфальт остывает, ходят трамваи. Трамваи. И западают на нас двоих, их сливаем. Сливаем? Сливаем. Сливаем. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Тобой. Просто хорошо быть рядом. Просто. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Тобой. Мне просто хорошо быть рядом. Emotional. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. С тобой. Landscape. Просто хорошо быть рядом. Просто хорошо быть рядом. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Очень хорошо. Просто хорошо быть рядом. Рядом. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Да сколько можно? Просто хорошо быть рядом. Что это? Я очень, что ли, слышишь? Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Просто хорошо быть рядом. Мне уже 40. Мне очень хорошо. Тут клип, в котором ты сидишь. Темные аллеи. Аллея. Как у Бунина. Да, они цитировали Бунина, что ли? Группа называется «Моя Мишель», кстати сказать. 16+, курение. Моя свобода какого-то времени года. Какого-то цвета народа. Моя куба здесь. Я однажды сгорел, к тебе солдат бумажный. Кошмар. Оставил след дождем вчерашним. Мы какой-то. Остаемся тем, кто есть. Остался тем, кто есть. И мне не повернуть назад. Да? Назад. Пока горят твои глаза. Глаза. И не надо, и не надышаться тобой мне. Мне. И не убежать мы на одной волне. Волне. Нас не удержать, мы станем нежней. Я все смогу. Так, я тебя найду среди сломанных стен. Стен.
Нас небо рисует странные тени. Мы с тобой танцуем в этой пустоте. В пустоте. Я тебя сберегу. Мои рассветы, с какой я встречаю планеты. Кому посвящаю куплеты? Куплеты. Если сердце здесь. И мне не повернуть назад. Назад. Пока горят твои глаза. И не надышаться тобой мне. И не убежать мы на одной волне. И не убежать мы на одной волне. Нас не удержать, мы станем нежнее. А знаете, сколько стоит вообще вот работа поэта-песенника, вот, который текст пишет? Mm-hmm. Обалденные деньги, офигенные просто. Ой. Вот это вот, чтобы написать, это... Ну, ты сразу там полквартиры. Зато, знаете, этот вот, который сочинил «Юбочка из плюша», он работал в киоске Роспечати всю жизнь. Ему ничего, никаких там роялтис, ему ничего не платили. А можно я буду транслировать это в Инстаграм? Вот этот ночной эфир, как мы читаем стихи, да? Твой парень здесь ненормальный?